Включение фонтанов происходит ежегодно накануне майских праздников. Самый большой в Люберцах расположен в Центральном парке. Его открыли в 2019-м, и с тех пор он стал одним из любимых. Сегодня возле фонтана снова многолюдно, несмотря на моросящий дождь. Веселая музыка, воздушные шары и бесплатное мороженое для детей и взрослых. Старт открытию сезона фонтанов вместе с люберчанами дал глава округа Владимир Волков. Там во дворце живет шар-птица, там живет.